Карагандинской области задержали сотрудницу банка, которая передала мошеннику личные данные клиентов. В итоге тот лишил одну из вкладчиц, пенсионерку, почти миллиона тенге. Карагандинские полицейские озвучили шокирующие данные. Больше миллиарда тенге составил общий ущерб, который нанесли мошенники жителям области с начала года. За этот срок правоохранители завели 677 уголовных дел и задержали 12 злоумышленников за совершение многоэпизодных преступлений в IT-сфере. Звонки под видом сотрудников банков – это самый распространенный вид аферы. Граждане всегда подозревали, что преступники не могли действовать без помощи сотрудников банков. И вот впервые стражи порядка это подтвердили. 17 мая они задержали 40-летнюю сотрудницу одного из банков, которая передавала данные клиентов своему 33-летнему знакомому. Тот путем обмана завладел деньгами 66-летней женщины. Он похитил у нее 930 тысяч тенге. Обманутых стало настолько много, что один из руководителей областной полиции записал видеообращение казахстанцам. Если к вам поступил звонок от сотрудника банка или от сотрудника финансового учреждения, это сразу у вас должно вызвать подозрение. Вы прервите звонок и перезвоните на горячую линию банка или на телефон 102 органов внутренних дел.